конкурс называется «Кто хуже нарисует левой рукой?». Ну, давайте мы начнем. Только, пожалуйста, подписывайтесь первое на канал, ставьте лайки. Ну, пошли, Нура, ждем их, чтобы они подавались. Ждем. Ну все, подписались. Ну что, начинаем. Ребята, я еще хотела сказать, то, что у нас есть вот такие маркеры. Знаете почему? Например, кто хуже нарисует левой рукой, кто и будет рассказывать, что, например, солнышко, тут монобровь, губы, румяна, не знаю что. Ну что, вот теперь точно начинаем. Я тебе бороду нарисую. А я тебе усы нарисую. Ну, начинаем. Да, начинаем. Ребята, мы сейчас будем рисовать цветок. А как мы будем рисовать левый? Рукой я вот цветок! Я вот тоже хочу сказать. Я первая взяла, ладно. У меня есть другой. На, темный. Давай вот этот. А мне вот этот. Первая там нужна трава. Я хочу уже трава. Ладно, давайте рисовать. Она маленькая или большой? Да любой цветок обычный. Мак там. Ребята, это так что меня даже не видно. У тебя ничего не видно. Ребята, смотрите, что я не хочу сломать. Я хочу, может, я правой рукой буду рисовать. Не, по-честному. Я тоже хочу. Когда подписывайтесь, ребята, на канал, пожалуйста. Дальше, там травки. Смотри, как у меня сам. Листья всякие. Мне кажется, ты делаешь какую-то... А, ребята, мне кажется, ты делаешь зеленый. Нет, это обычный цветок. Мне кажется, это цветок. Я не знаю. А у тебя что там такое? Ребята, смотрите, что она рисует. Это мои листья. Я сама рисовала. Помогите. Вот теперь мне надо начинать. Давайте я возьму красный. Очень жарко. Мне кажется, я не цветок рисую, целую улицу. Вот именно, я тоже так думаю. Раз, два, три, четыре. Мне кажется, какой-то он живой. Солнышко? Да. Вроде бы обычное солнышко. Я думаю, что улица так проще просто чуть-чуть. Да? Угу. Ты только посмотри, чем я делаю. Это невозможно левой рукой. И вот если бы я левша была, было бы лучше. Но вот я все равно правой нарисовала. Я была левша. Да, жля мы дочь с правой. Смотри, всегда же у цветок растет из травы. Я не поняла тебя. Ну все, я готова, тебе придется тебя ждать. Ну я что? Тоже. Я не знаю, кого. У меня лучше. Нет, ну придется. Это я знала, то, что оператор выберет меня. А если ну коляку маленький. Да я не коляку маленький, я лучше. Ребят, скажи же, у кого было красивее, напишите в комментариях. Ну на, бери. Ага. А ну сейчас закрывай глаз. Я чувствую там что-то жесткое. Может, мне надо все? Нет? Все. Ребята, я не знаю, что она мне сделала. Ладно, мы начинаем второй раунд. Потом посмотришь, когда закончим это чем. Мэри, второй раунд. Поехали! Ну, ты даешь смешную. Ага. Я ты что ли мне тени нарисовала? Да, только смешные. Холодная. Потом увидишь. Наконец-то я не полегала. Ребята, а сейчас самое сложное. Телефон? Откуда ты знаешь? Как рисовать телефон левой рукой? А если мы оба полегаем, то оба надо рисовать нас? Нет, тут только один человек. Да как если мы с кашеварами? Ладно, давайте начинать. У меня будет черный чехол. У меня черный телефон. А, ты взяла черный. Придется мне даже... Я поищу коричневый, но черный и коричневый похож. Ну что? Наоборот.
серый и черный похожи, а не коричневые. Я не знаю, коричневые, не знаю, чем похожи. Ладно, я сделаю iPhone. 7, 8, 9, 10. Я знаю, как сделать Samsung. Хотим? Ладно, я попробую. Давайте вот так. Эй, поставь левой рукой. Ладно, ничего, сразу я смогу сделать. Просто... Я нарисовала. Оператор точно мне плохой оценит. Да, там меня будет, у меня какой-то холодильник. Мой телефон. А смотри, какой у меня YouTube. О, у тебя классно получается. Наоборот, хуже. А ты не могла выключить телефон? Бы так было проще простого. Нет, а то там черный экран и все, ничего не понятно будет, то что это телефон. Да ты посмотри на мою. У меня 50 ночек. 50? Ладно, нет, зря нету тут ластика. Ладно, это ради вам, подписчики. Пожалуйста, ставьте подписку, лайки. Мы стараемся для вас. Смотрите, что Нура мне сделала. Ну, я не знаю, что это тоже может быть. Какая-то борода. Я тебе сделаю усы. Нет! Я тебя... Отомщу за это. Я тебя делала обычную косичку. Дальше, WhatsApp сделаю. Мамой. А ты не можешь? Так. Дальше, WhatsApp. А, если это будет проще простого. Стоп. Это что, это а какой? Я не могу WhatsApp. Это какой? Это какой? Это кажется синий. Нам нужен черный. Я просто зеленую штучку сделаю. Я не могу WhatsApp нарисовать. Там что-то такое белое, не знаю, что там. Ой, я софт-шорты сделала. Ладно, ничего, Саша, я как-нибудь все исправлю. Мне кажется, оператор тебя. Я сделаю с белками радужные цветами. Все. Давайте у телефона будет 52%. 2. Мамочки. Мне муж ластик. Ребята, посмотрите, дай подписчикам посмотреть. Но мне лучше кажется, лучше. Мне точно. Боже, иди нарисуешь мне усы, помаду. Или я тебе моноброви сделаю. Отомщу за это. Ой. И раз. И что, расскажешь? И два. Я не знаю, что. Если бы я была левша, ну да, я бы... Я тоже. Бы я была левша и правша. Вот именно. А мы дольше правая. Ну, наконец-то, чтобы левый не точить рукой карандаш. А я точу мел. А разве можно точить мел? Конечно, я же что, не буду я точить мел. Просто хотя бы меня оператор выбрала. Выбрал? Вот так вот? О, не, тебя. А я выиграла слово. Все, вроде бы. Смотрите, внизу получилось. А у меня вот такой рисунок пока что. Так. Тут у меня зайчик будет. У меня будет такой цвет. Розовый зайчик. А, подожди. Или кошка. Мне нужно, я не смогу, ну-ка. Снова черный. Чехол весь. Ладно. А за сидим. Ой, что я делаю? А камеру-то будешь делать? Нет, так это перед телефоном, а не зад. Я припутала. Все, только это раскрашивай. Все, мой телефон готов. А мне еще не готов. Я еще сделаю. Может, ты готова? Ты тоже готова? Да. Ура, все. Пожалуйста. Конечно, я не отомстила.
Ребята, я так каждала с собой. Ну все? Может, только не уши. Давайте розовым цветом. Моя любимая кака нет. Что за херня делаешь? Держи голову. Не шевелись! Это же... Ну, подожди, еще нужно оранжевый добавить. Не, у меня какой-то радужный брови, как настоящие нет. Все, вот теперь настоящая монобровь. Мне неприятно. И всем пока!